Всем доброе утро. Утро у меня вот так начинается, с музончика. Ну, я одеваюсь под музончик. У нас такая погода, второй день. По-моему, даже дождь льет. Смотри, не, ну, прям не льет, но капает. Я сейчас сидела, и правда, вот на асфальте. Видите? Сырой асфальт. И машины тоже сырые. Пипец. Что это такое? Просто жуть. Что за погода такая интересная? Смотрите, горы какие. Ну, вообще-то на улице хорошо. Прям так прохладненько. Спать вообще зашибись. Я сегодня не накрашена. Сегодня четверг, спокойный день будет. Поэтому мне не хочется краситься. Брови хочу покрасить на работе. В общем, красиво быть. Ну, конечно, погода вообще жесть. Хорошо, хоть ветра нет. Ветер я не люблю. Так, стою, наблюдаю, люди ходят. А я сейчас поеду на работу. Опять дождик брызгает. Ну, а все. Странно. Как здесь не говорят, к жаре. Ну, будем надеяться, что они ошибаются. Вот, я уже позавтракала бутербродиком. Вот, все как всегда. Ничего нового. А этот все дрыхнет и дрыхнет, дрыхнет и дрыхнет. Ну а что ему еще делать? Жизнь у него такая. В общем, ничего я не успела сделать, не накраситься, ничего. Народ попер, странно как-то. Даже чернокожий, представляете? Первый раз стригла цветного человека. Ну, он так же, в принципе, так же. Чарли мой даже сразу не понял. Он его смотрел, потом решил нагавкать на него. На мужчину, представляете? Ну, мне без разницы, кого. Человек он и в Африке человек. Я почитала ваш комментарий. И смотрите, обжариваю котлеты. И сейчас буду их в духовку запихивать. А муж у меня странный человек вообще. Котлеты он не ест, они ему не нравятся. Я не знаю почему. Но, вот странный, в чем странность. Я ему сделаю гамбургер. Гамбургер для него это не котлета. Разве не странный человек? Это котлета, а это не котлета. То же самое, только запихано в булку. Странный. Ну ладно, буду переворачивать и в духовочку на полчасика, да? Вот такие котлетки получились. Овощи, котлетки. Ням-ням. Всем приятного аппетита. А вот обед мужу. У меня булки специальные, к сожалению, нету. Ну, для тостера тоже годится. Вот так. Кетчуп, сыр, все порядок. И салатик. Все, пускай кушает. Он там идет, и Чарли гавкает. Ке паса? Ке паса? Все, моя миссия исполнена. Я иду отдыхать. И потом поеду, наверное, на пляж. Все-таки. Что-то мне... Что, может, погода так и будет каждый день. Ничего ж теперь на пляж не ездить. Хотя сегодня намного жарче, чем вчера. Так что и поеду сегодня. Отдохну, полежу, позагораю. Все-таки решила съехать на пляж. Вроде бы солнце раздвигается. Взяла с собой один нектарин, один инжирный персик. Побуду там, наверное, где-то часа три. И нормально. Потом приеду, скупаюсь и пойду с Чарли гулять. Мой пляжный аутфит. Слова-то какие, аутфит. Да, брови надо красить. А то ни глаз, ни бровей, ничего нет. Лица нет. Знаете, сразу как-то он цвет. Я прям обрадовалась. Может быть, письмо кто написал, а это за свет счет. Сейчас посмотрим, сколько. Вот, как я и говорила, 20 евро. Ни мас, ни минус, ни мас, ни минус. Ну, это, знаете, фактура пришла, счет. Но уже с карточки давным-давно, наверное, снят. Ну, не давным-давно, а сегодня. Как-то странно, сначала деньги снимают, потом счет присылают. А на воду вообще не присылают. Потом сюрприз будет. Сначала не снимают деньги с счета, а я там... Ну, я каждый день заглядываю. Чтобы посмотреть расходы.
поэтому сюрприза не бывает. Ой. Пристегиваться. Пристегиваемся обязательно. А то, знаете, я пару раз попала на сумму. Очки вот эти, вот, которые в Алиэкспресс заказывала. Короче, я их в машине ношу. Их никто не видит у меня. Здесь в машине меня никто не видит. И нормально в них. Да? Для машины годятся, мне кажется. Ну что, едем купаться? Угадали? Правильно, я на пляже. У нас сегодня небольшой ветерок такой, но нормально. Море теплое. Для меня, представляете, теплое. Ну как теплое опять? Не теплое, не холодное, но и не горячее, скажем так. Я сейчас полезу купаться. Без телефона, конечно, это я так. Для показухи. Чтобы повыделываться, что я в море купаюсь. Ах, и шутка, шутка. Все это шутка. Сейчас морем никого не удивишь. Блин, ну брови у меня белые. Надо сегодня приехать и покрасить. Купальник у меня вот такой. Я всегда ношу на пляж. Почти у меня все купальники вот такие, без лямок. У меня и так от маек остается след. А от этих и так. Я сейчас подзагорала так нормально. Народу пока не очень много. Знаете, я когда ухожу, и народ начинает подходить. Так что я зашибись, когда ухожу. И все. Солнышко выглянуло, выглянуло солнышко, блещет на лугу. Я навстречу солнышку, по траве бегу. И ромашки белые рву я на лету. Я веночек сделаю, солнышку сплету. Как кто-нибудь на меня посмотрит, скажет: дурочка с переулочком. А я под туристку кашу. Пойду купаться. Кстати, я забыла камеру, представляете? Сейчас такая залезла. Там у меня сумочка есть. Думаю, блин, надо камеру. Сначала так обкакалась, думаю, потеряла. Потом я ее вспоминаю, что я ее и не взяла. Я ее, в принципе, дома не нашла. Я не знаю, где у меня камера дома. Я ее потеряла. А на камере на телефоне я постоянно забываю, что нужно смотреть сюда. А я все время смотрю на экран. Поэтому глаза куда-то не туда смотрят. Дети купаются, вот тут сейчас дети были, они, наверное, целый час в воде сидели, представляете? Пошла и я искупнусь. А камера-то, оказывается, лежала в машине, я же вам снимала, как я выходила на пляж. Ну, говорю же, голова не работает, ну, что поделаешь. Ай, все, я еду домой, накупалась, наплавалась. Я сегодня больше даже наплавалась, чем назагорала. Ну, в принципе, загорать я не очень люблю. Ну, так, полежать, знаете... Отдохнуть можно. Вот откуда машина мажется. Видите, сколько пылища здесь. Здесь дорога такая не асфальтированная, припляжная, скажем так. И постоянно грязь. В общем, еду купаться и с моим любимым Чарли гулять. Пристегнуться надо, не забудь, а то штраф. Мы в своем любимом парке. Мужик собаку потерял. Точнее, собака от него убежала куда-то там. Канал есть для полива. Вот он собаку зовет. Иди сюда, говорит, иди сюда. Собака нифига не хочет. А мой вот бегает тут. Вон убежала собака. Ой, не могу, смешные такие. Так хорошо тут. Ой. Ты беги, беги, беги на край земли. Ты беги, 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 слышишь? А мы легким шагом идем, прогуливаемся, нам спешить некуда. Пойдемте черепах посмотрим. Ну, здесь против солнца ни хрена не видно. Но обычно черепахи загорают. Вот они, даже вижу одну, но вам не будет видно. Голова ее торчит. На-на-на-на-на-на. Не знаю, может, удастся. О, видно, видите? Вот она, опс. Ну, все равно, можешь уже уплывать, я тебя все равно засняла.
Стеснительная какая, подумаешь. Подумаешь, правда, Чарли? Вот Чарли мой не стесняется, да? Бегай. В общем, мы продолжаем гулять. Все по плану. У нас кто-то там музыку так слушает. Старинные, знаете, годов 40-х, 50-х испанские песни. Они звучат в фильмах. Я вообще старинные фильмы испанские люблю, мне нравятся. Они чем-то похожи на наши старинные, знаете, вот. Такие, которые были, даже не помню, как... Господи, как же он там? Это тебе, это опять тебе, это снова тебе. «Свадьба в Малиновке». Вот. Смотрели такой фильм? Правда классный? Ой, я его смотрела раз 15, не знаю, если не больше. И все время ржу над этим фильмом. Так вот, здесь очень они, кстати, похожи чем-то, знаете, фильмы такие же тоже смешные, с песнями. И вот эти песни звучат из фильмов. Прикольно. Причем на всю улицу, странно. Я пришла с прогулки, не сильно быстро шла, но мне опять хоть в душ иди. Я прям вся теку, причем не только лицо, вот челка особенно, вот тут прям. Вот тут. А больше так, тело нормально, а вот лицо, не знаю, у меня раньше лицо так не потело, а сейчас вообще. Вот такие вот у нас дела. Сейчас я чуть-чуть подожду. Я после таких прогулок ничего стараюсь не есть, но хотя бы полчаса. И водички попью. А так хочется черешенки. Но ужинать-то мне надо. Поэтому подожду полчасика и черешенку поем. Что-то я есть хочу. Пойду посмотрю, может быть, какой-нибудь огурец найду. Ой. Ночной дожор. Огурец-то я найду, но что-то мне его не особо и хочется. А что делать? Буду огурец есть. И с вами прощаться до завтра. Всего вам самого наилучшего. Всем пока. Пока.